И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Димончик, как всегда отличнейшее настроение, сегодня мы играем на карте Портал. Мы будем сегодня учеными и исследовать иные миры. Димончик, поздравайся. Всем привет. Вот, смотрите, наш вот, портал. Наш. Он просто тут классный. Тут пулемет, кстати, есть. Я готов запускать? Нет, мы еще не готовы. Не готовы? Нет. Может, покажем нашу лабораторию? Я еще в туалет. Нашу исследовательскую базу? Да, сейчас на втором этаже в туалет схожу и полетим. Давай, а где у нас тут туалеты? А где тут сральник? А чё? Ну, короче, это, может, рассчитывать на что надо в портал ходить? В разные миры? А, в принципе, да. Знаешь, чтобы свое не загрязнять. Не, мне кажется, они тут есть, просто надо пройтись. Сейчас я покажу. Тут есть они по-любому. Везде есть сральники, а тут что, нету? Не, есть, есть, просто надо прогуляться. Может, здесь? Вот смотри, хочется тебе в туалет, а тебе еще надо... О, Димон, так это лифт. Во, я нашел. Охранник со мной. Блин, лифт едет, давай, Димон, пока. Блин, может, открыть можно? Я нашел, наверное. А, нет. Мы едем куда-то или стоим? Это склад оружием Димаса нашел. Во, мы приехали куда-то, только куда? Вот двойные двери. Лифт вообще серьезный. Как же они долго открываются. Короче, я так понял, мы никуда не съездили и вернулись назад. Ну да, все. Ну что, насколько я знаю, надо сначала запустить. Включить охлаждение. Вот, охлаждение пошло. Окна закрой, а то солнце ослепит. Давай, закрывай. Ладно, шучу. Так, теперь, когда покрутятся... Видишь, символы крутятся? Наверное. Они должны определенным образом совпасть. Когда они совпадут, я включу. Видишь, одна лампочка горит только. Угу. Ждем, когда все загорятся. Или не загорятся. Я не помню, как-то по инструкции. Ну, вроде должно заработать. А давай инструкцию посмотрим. Где инструкция? Она в туалете. Там уже некоторых страниц нету, конечно, но можно найти основное. О, второй символ. Да. Треть. А, надо нажимать. Нажимай, нажимай. Просто не спешить. Опа, неправильно запустил, неправильный запуск. Ого. Надо останавливать. Лифт. Лифт, быстрее! Лифт! Так, нам нужно на склад взять оружие. Где склад? Веди нас, военный. Мы взяли оружие, взяли пистолеты, взяли все у нас теперь по-четкому. Пошлите. Да, пойдемте, у нас есть оружие. Выходите. Где-то Димас, что у тебя из вооружения есть? Канистра? Да, я залью бензином. А, ключи у меня есть. Смотри, какие прикольные. Машины? Кстати, брелок шатается, и на брелке канистра. О. Как тебе оружие? Отлично. Да, у нас тут весело. Пистолет. Есть пистолет у тебя? Да. Тебе самое лучшее вооружение. АР-2 есть, вот. Все, я готов. Сзади, сзади, видите, смотрите, они выглядывают по очереди. Бей, бей его. Бензопила. Вот, надо спрятаться. Могу пройти. Опа. Я на стол. Теперь закроем. Тут есть красный. Опа, и все, видишь, красным горит. Теперь это нельзя открыть. Можно открыть. Не открывает, и все равно. А как открыли? Не знаю. Давай мочить. У нас оружие, мы будем закрывать двери. Открываем охоту на аниматроников. Иди первый. Я? Ну а кто, я что ли? Опа! Это наш брат. Невидимый, невидимый! Закрываем его. Он обошел. Все, закрыли. А нет, не закрыли. Мочите, вот это классно рубило. Смотри, он сзади. И ржет. Меня еще и ржет, и бьет. Ну-ну-ну. Прыгает. Так-так-так, за ним, за ним, за ним. Ай-яй-яй-яй. Нас атакуют. До свидания. Красавчик. Я, короче, здесь чиню потихоньку. Да я слышу, ты вообще ломаешь. Не-не-не, это я чиню. Да, починка. Да-да-да. Новые технологии. О, закрыто, классно. Теперь зачем они немножко не достанут, они же не смогут достать, если закрыть. Блин, первый запуск и фейл. Я просто в шоке. Это ж надо, неправильно запустил. Может, я поспешу, надо было медленнее все это делать. Ты что там застрял? Все, я вроде починил, надо пробовать запускать. Открывай. Опа, я выбегаю.
Беги! Я бегу, очень страшно. Я там, тебя за задницу упустили. Так, пробую запускать еще раз. Беги. Пар работает. Атакую. Меня уже сожрали. Так, надо ждать теперь, пусть крутится. Крутись, быстрее. Тут, блин, какие-то балунбои ходят розовые. Что творится? Что творится? Ай! Ты чё, балунбоюшкин? Отвали от меня! Убегаем. Меня убил аниматроник дерзкий. Так, я запрятался. Меня не должны найти. Я слышал где-то рядом. Портал. Я вижу, за дверью кто-то есть. Доставай оружие. Мы закрыли. Получи. Давай. Ой, Димончик, повезет, не повезет. Повезло. Это просто повезло. Все, Димас, я перекрыл. Все, они не смогут теперь зайти. Сколько мы здесь протянем? Что надо делать? Знаешь, где наш охранник? Может, он нас придет, спасет? Да, он там сам, наверное, в бегах. Ого! Стреляй! Ого! Вот это лящ прилетел! Димончик, тут уже не повезло, да. Ай-яй-яй. Есть, Димон, на шарами валю аниматроников. Так, ты готов зайти? О, портал отключили. Ого, тут вот аниматроники его отключили. Может, найдет? Прячу здесь, ребята, тихо. Меня атакуют. Он рядом ходит, я слышу. Где ты отсюда, кляча старая? Так, я выхожу. Сейчас я тебе ноги подрываю. Давай. Ага, что ты там, а? Я гашу. На ученого лезешь, да? Путь нажимается, давай. Да я нажимаю, я не загораюсь, но я вижу, символы не появляются. Сейчас опять будет неправильный запуск. Как отменить? Смотрите, мышки, смотрите. Вот, смотри, вот. Портал есть! Он запустился. Да. Идем в портал. Наконец-то, заходим. Ребята, мы смогли запустить правильно портал. О, заходите. Класс. Я боюсь. Это логово аниматроника. Димас, заходи. Ой, он сюда пришел. Нет. Это логово аниматроников, ты думаешь? Да. Ребята, мы взяли очень серьезное оружие, и мы выдвигаемся в логово аниматроников. Главное запустить правильно портал. Смотри, Дима, так. Такая у меня снайпушечка. Дима такая же. Есть. Портал запущен. Портал запущен. Я уже профи. Пошлите, ребята. Давай, выдвигаемся. Два ученых и охранник. Пусть первый идет охранник. Спасение. Ждем 20 секунд. Иди. Время пошло. Слышишь? Ждем. Аниматроники. Ждем. Опа, наш охранник! Он его там засосало. Блин. Запуск с той стороны произошел. Отрубить. Да. Окно защитное. Как включить защитное окно? Вот. Аниматроники. Портал отключился. Так, теперь мы попробуем его включить. Они пришли! Уходим. Они вернулись. Базуку, доставайте оружие, не бойтесь. Уходим, у меня снайперка. Тихо, я слышу. Я спрятался, Димат, у меня отличная нычка. Не спорю. Я в лифте уезжаю. Есть, я успел. Вы видели, ребята, там щелочки тут. А, это ты, фу, не пугай. Вот, я кнопку нажал вниз. Да это вот, мы едем. Видел, там было за дверью что-то? Это я был. Димон, ну все. Тут можно в лифте было кнопку нажать и вниз спуститься. Во, мы ниже спустились. Слышишь, они портал запущенный, Димон. Быстрее в портал. Просто беги со всей силы. Бегу. Я в портале. Жду тебя. Я есть. Бегу. Есть. Вали. Стреляй в портал. Прям в портал вали. Стреляю. Бог, так извинись. Все, мы закрыли портал. Все, мы теперь в их мире, ребята. Давайте посмотрим, что здесь есть у них. У них хоть еда есть? Они же ничего не едят. О, что это здесь? Нам питаемся. Нассал.
Может, туда как-то можно пролететь? Ну, скажу, мир небольшой, маленький мирок такой. Аниматроники живут как-то это, слабовато. Вот поэтому хотят в наш мир перейти, потому что у них тесно. Да, у них тут как-то скучно. А может, этот портал у них... А как его включить? Подождите, тут что-то невидимое. Смотрите. Слышите? Да. Загорается что-то. Я нажимаю невидимое что-то. Отойдите, отойдите от портала, убьет. Воу. А, я в портал. Так, ребята, у нас сегодня бой на ножичках. Даша, Димон Покемон, Вортекс и Ярик. Человек. А чего сразу меня валите? Даша, ты думаешь, ты самая хитрая? Да. Я таких, как ты, на рукоятке ножа крутил. Ну, не восстанавливайтесь. Тактика крысы называется, да? Ах! Мочканули. Давайте на счет три тогда. Нет, да? Нет, нет, стой, на счет, не на счет три. Когда запрячемся. Все, я готов. На счет три готовы? Да, да. На счет три. Раз, готовы. Раз, два, три. Все, перестрелка началась. Каждый сам за себя, ребята. Давай. Так, если... так, кто там? Кто топает? Не знаю, кто-то топает. Наверное, это люди. Ярик, это ты был? Да. Ого! Ты меня чуть не убил гранатой. Вот это я сижу на нычку. Опа, не бегает, бегает. Ну, повыше поднялся. Но! Ярик, иди сюда! Иди сюда! Все. Убили меня. Я проиграл, не спорю, честно. Ярик меня убил, кстати. Молодец. Все, я улетаю, чтобы не мешать. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока!